31 декабря в нашей праздничной программе мы услышали впервые новый гимн программы «Раньше всех». Ну и вот сегодня мы в гости пригласили к нам ребят, которые принимали участие в создании нашего гимна. Это группа X-Files, Алексей Митис и Сергей Бельских. Ребята, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, как проходила работа над созданием гимна программы «Раньше всех»? На самом деле гимн очень позитивный, яркий, и было очень приятно работать. Исполнительница симпатичная, хорошая. В общем, позитивно, и гимн прям получился таким очень солнечным, даже сказать, весенним. Будем приближать, наверное, весну. То есть он способен разбудить всех с утра? Мы под него и просыпаемся, да, в принципе. Хорошо, это правильно. Хорошо, ну, работа над гимном завершена. У нас есть песенка отличная, она действительно нас радует. А что в вашей жизни происходит? Какие-то, может быть, у вас идут работы, там, не знаю, концерты, да, может быть? Да, наступил Новый год, какие-то вот планы? У нас идет работа над несколькими новыми песнями, то есть, я думаю, скоро мы их услышим все вместе. Также будет скоро проводиться работа над приближающимся, так сказать, уже заранее Днем города Новосибирска. Это каждый год такое большое мероприятие для нашего города. Ну и... Ну, сейчас небольшой творческий прерыв, концертов уже не так много, поскольку Новый год прошел. Ну, будем готовиться к новым площадкам, к новым свершениям. Ребята, ну вообще надо сказать, как давно была создана ваша группа и как давно вообще музыкой занимаетесь? Группа была создана почти 4 года. Да, музыкой занимаемся мы всю жизнь, можно так сказать. С детства, да? Да, именно так. Да, конечно. Ну что, ребят, давайте знакомиться с вашим творчеством. Какую песню сегодня исполните? Сейчас прозвучит англоязычный трек под названием «Over». Я думаю, под него точно все проснутся, все взбодрятся и получат хороший заряд энергии на целый день. Ну давайте просыпаться. Это точно. Be happy tonight when someone else is done.